today we will have a challenge i want you to try to pronounce 10 crazy russian words they're going to be very hard to pronounce but i want you to try can you do it hello my dear friends and welcome to russian with passion so here's the list Today we'll read all of these words. The first word is здравствуйте. This is just saying hello in an official way. Здравствуйте, здравствуйте молодые люди. Здравствуйте! 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 This is a very common word in Russian, and I'm sure that you have already heard about it. Anyway, let's try to say it. Здравствуйте! notice that the first v is not pronounced здравствуйте the second word is преподаватель я не преподаватель я натыкаюсь на преподавателя по ОБЖ a teacher what a crazy word to talk about a teacher why is this word so long преподаватель when we talk about school, yeah, you can say учитель. But if you talk about a higher educational establishment, then you need to say преподаватель. The third word is путешествовать. А для меня самое главное это путешествовать. И hey, в этом видео о том, как путешествовать несколько раз в году. To travel. Once again, travel путешествовать. Word number four защищать. В этом режиме нам нужно защищать обычного мирного игрока. Неужели нам надо самим себя защищать? This is a short word. Why is it here? Because of the sound ş. Защищать is soft. Ş. Do you know how to say борщ? If you say борщ or борщ. You are saying it wrong. You should say борщ. Защищать. Усовершенствовать. To improve. Как можно усовершенствовать? На самом деле я его немного усовершенствовала. Усовершенствовать. Среднестатистический. Среднестатистический голландец зарабатывает 36 тысяч евро в год. Если я зарабатываю в 4 раза больше, чем среднестатистический мужчина. Average statistical. So average, basically. But there is the word statistics inside as well. Соответствующий. И накидываем на соответствующий столбик. То мы получим соответствующий результат. Notice how many consonants they are in the middle. Tstv. Four. Tstv. Соответствующий. Corresponding. Достопримечательность. Tourist attraction. Главных достопримечательностей в Остине три. Хм, достопримечательность здесь гораздо меньше, чем в вечном городе. Сайт. Достопримечательности. Why? Квалифицированный is the next word. А что говорит самый, так сказать, квалифицированный? Квалифицированный и самый бесстрастный болельщик. Мася очень ответственный и квалифицированный фиксик. Which means qualified. Квалифицированный. Бесперспективный is, well, actually the opposite of квалифицированный. Типа, все говно, говно. Бесперспективный абсолютно. Я считаю, что это абсолютно бесперспективный бизнес в наше время. Бесперспективный. Unpromising. By the way, I remember that in childhood we used to try to say the word бесперспективняк. An unpromising situation. It was hard for us, Russian children. Thank you for watching. Like, share, and subscribe if you want to continue studying Russian with me.